Всем привет, парни, с вами Винни. Сегодня мы снова на сайте КСК. В прошлый раз мы очень неплохо вышли, неплохо плюс сегодня. У нас на балансе 2035 рублей. Также, ребята, напоминаю промокод. Промокод Винни, 50% купон. Обалдень. То есть 300 рублей, получаете 600 рублей. Как бы половина баланса, очень неплохая халява, я считаю. Юзайте. Такое предложение. Так, а мы с вами пойдем открывать кейсы. Так, в прошлый раз нас очень неплохо купил изидроп. Давайте откроем две штучки изидропа. Сегодня попытаемся уйти примерно такой же плюс, на 1000, чуть больше можно. Опа, АК-47 картель. По-моему, она очень неплохо стоит. Да. 550 рублей. Неплохо. Это меня уже радует. Давайте сыграем Человека-паука. Две штучки. Так. По-моему, мы вообще не купились. Прям от слова совсем. Ну, в принципе. В принципе, пойдет. Продадим это все. Так. Давайте откроем кейс Сэм один раз. Единственные ножи отсюда никак такие не выпадут, это точно. Опа-на. Она, думаю, стоит... Она стоит очень неплохо. Стоит очень неплохо. Так, мне это уже прям очень-очень нравится. Давайте откроем кейс Киану Ривза. Ой-ой-ой, юспа звериную. Стой! Ух, ё-моё. Это шикарно. Я считаю, это просто шикарнейший дроп. Пока прям реально супер заходит. Так. Откроем дурочку. Дурочка. Не, ну конечно, АВП Азимов очень бы хотелось на самом деле. Может, вот дурочка даст. Так, MP облучение. Ну, она стоит совсем ничего. Но... Да. Так. Что еще такого можно интересного тут открыть? Откроем Гладова Лакса. Один раз там такой разнорочек выпал. Если помните, какого нам из сайта выпал этот норочек, можете... В комментариях написать какого ролика. А тут нам падает как африканская сетка. Окупает он у нас, не купает. Так, давай скроем денежный кейс, посмотрим, что это такое. Давайте крутанем разочек. Ух, нифига там перчаточки. Так, во всем птичьи игры. Я думаю, нас оно окупит. Очень даже окупит. Так. И давайте откроем кейс Magic. Очень-очень неплохой дропнем. Давайте откроем. И пойдем попробуем лапы рейдики затестить. Все вон обезьянное дело. По-моему, нас не купает, мне кажется. В принципе, купает. Так, давайте с вами теперь это все попробуем апгрейдить. Попробуем 5-7. Это вот такое.
Шанс небольшой, конечно. Заходит. Очень сильно хочу сделать контракт. Давайте попробуем сделать контракт. Вот. Чешечку мы оставим. Я бы ее ловил бы. А из этого всего попробуем сделать контрактик. Может, вы предрешите потом. Давайте попробуем. Так. Ух. Плохо. Очень-очень плохо есть. Так. Вот тише. Так, ребята. Мы с вами, в принципе, сегодня опять же. У нас было 2300. Эмочку за 1500. И чешечку за 700 рублей. В принципе, мы больше, чем на 1000 плюсе сегодня. Всем спасибо за просмотр. С вами был Винни. Обязательно подписываемся, ставим лайки. Кстати, ребята, кто же играл на CS-кейсе? Вообще, напишите в комментариях, окупались там, не окупались, что вам попадало. Мне будет очень интересно почитать. Товарни, всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.